Лето – пора отдыха. И для артистов тоже. Поэтому, театралы, успевайте в выходные посетить храм Мельпомены. Тем более на этой неделе вас ждет премьера. Подробнее об этом и других культурных событиях по традиции расскажем в афише. Тюменский драматический театр под конец сезона решил порадовать зрителей премьерой. Сюжет спектакля «Испанская баллада» разворачивается вокруг запретной любви короля и юной еврейки. Эти чувства даже меняют ход истории. Поставил работу Сергей Захарин. Режиссер хорошо известен зрителям по новогодним детским мюзиклам. На этот раз спектакль взрослый и драматический. В библиотеке можно не только книжки читать, но и развлекаться, тем более, когда там проходят фестивали. В пятницу уже традиционный библиоарт. В программе «Арт-мастерская» концертная программа, творческие площадки и обзорные экскурсии. Скучно не будет, это гарантированно. А в музее тоже решили не ограничиваться выставками. В субботу в комплексе имени Словцова пройдет джазовый концерт. На сцену выйдут гитарист, контрабасист, ударник и саксофонист. Все лауреаты международных конкурсов и есть даже выпускники американской джазовой школы. Юных тюменцев в выходные ждет волшебство и необычные спектакли. А их родителей – скидки, если, конечно, поторопитесь в кассы. В Театре кукол сегодня вечером подойдет к концу праздничная акция в честь Дня России. На 4 предстоящих спектакля июня в детском храме Мельпомены делают скидку 50%. Главное, поторопитесь, касса закрывается в 18 часов. Кто из ребят не любит магию и фокусы, такие чудеса и родители равнодушными не оставят. В выходные можно сходить на семейное шоу «Волшебник». Можно будет не только окунуться в загадочный мир иллюзий, но и самим научиться некоторым фокусам. В выходные будет очень громко. То, что надо для молодежного досуга. Впрочем, если вы за более тихий отдых, вам тоже будет чем заняться. Самое шумное мероприятие уикенда – соревнования по автозвуку. Они пройдут на парковке одного из торговых центров. Это этап чемпионата России. Оценивать участников будут в двух категориях – у кого самое мощное звуковое давление и тех, у кого самый качественный звук. Кому музыку на всю мощь, а кому более интеллектуальный досуг. Как раз для более спокойных и вдумчивых в субботу пройдет традиционная лекция проекта Creative Mornings. На этот раз в качестве спикера выступит главный врач Федерального нейрохирургического центра Альберт Суфианов. Лекция будет посвящена разговору о чуде науки, вере и желании помочь. Спорт везде, даже у самых культурных мест в городе. Особенно афиша активных событий порадует фанатов футбола. Смотрите внимательно, чтобы ничего не пропустить. Большой фестиваль футбола пройдет в субботу на площади 400-летия. Тюмень впервые вошла в число городов-участников этого спортивного праздника в прошлом году. В программе десятки мастер-классов и игр, но главное – суперконкурс. Участникам предстоит пройти полосу препятствий с мячом, который наполнен водой. И сделать это быстрее, чем в свое время Андрей Аршавин. Главный приз – поездка на футбольные выходные в Санкт-Петербург. А тем, кто предпочитает другие виды спорта, дорога к стадиону «Геолог». Да, туда, где обычно проходят футбольные матчи. Однако в воскресенье здесь отметят Всероссийский олимпийский день. В программе более 20 площадок, где представлены разные виды спорта. От шахмат до черлидинга, плюс можно будет сдать нормы ГТО. А если вы за более изящные виды спорта, например, танцы предпочитаете, в выходные для вас пройдет летний кубок по танцевальному спорту. Главный зал Дворца культуры «Нефтяник» будет переоборудован под соревнования. А на месте партера и сцены расположится профессиональный паркет площадью до 400 квадратных метров. Всего ожидается свыше 1800 участников соревнований и столько же гостей. Топ событий подготовлен совместно с пабликом «Афиша Тюмень». И на этой неделе разыграем очень классный и необычный приз. Приглашение на двоих в веревочный парк – идеальный досуг для активных и спортивных. Чтобы его получить, делайте репост этого видео из группы «Утро с вами ВКонтакте». А в комментариях пишите ответ на вопрос, как называется этот узел. Итоги подведем в понедельник, а я желаю вам отличных выходных.